На трассе Долгодеревенская Аргаяш столкнулись два автомобиля: Toyota RAV4 и Lada Granta. По предварительной информации, водитель одной из машин пошел на обгон, но не учел, что трасса заледенела. В результате ДТП одну из пассажирок зажало в салоне. Женщину госпитализировали. А это кадры из Чурилова. Таксист на Рено Логан сбил бабушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Такси его не довезла до дома. Как все долго происходит. А, это бабулька какая-то. Все понятно. Местные жители стали очевидцами ДТП. До прибытия медиков первую помощь бабушке оказывал шофер Рено Логан и другие водители, которые в этот момент проезжали мимо.